Анастасія Кіндер – дипломований косметолог з медичною освітою. Постійно підвищує кваліфікацію, відвідуючи професійні курси. Стежить за останніми новинками в індустрії краси і використовує їх в своїй роботі. Ну що, от мене зараз ругають, те, що не сказала, чоловіки, долучайтеся, але все ж таки думаю, що це інформація для жінок. Доброго ранку, я вас вітаю, що завітало, тож давайте розбиратися, що таке патчі і звідки взагалі вони пішли, тому що раніше ми рідше чули про це явище, сьогодні набагато частіше. Доброе утро. Угу. Патчі – це, звісно, дуже цікаве изобретение, і воно прийшло к нам із Востока, наші корейці, китайці, звісно, довір'я як такового особо нету, но вони зробили прорыв. Действительно, патчи – это стоящая вещь, которая, скажем так, приводит в чувство, пусть даже и временно, но дает эффект нужный. Патчи вообще в переводе – это как повязка, да, как пластырь, угу, которая пропитана активным веществом. Она может быть различных форм и применяться, ну, буквально за полчаса до выхода, давать желаемый эффект, который мы хотим видеть, да, и приводить кожу в чувство, и нас делать довольными. Но цей же эффект, він поверхневый, правильно розумію? Тобто, якогось глибокого проникнення, ну, ми не можемо про це говорити, да? Да, да, так, конечно. Патчи, к сожалению, они имеют такую способность надолго не задерживаться. Ну, вот активные вещества, которые они содержат, они надолго не задерживаются в коже, потому что чересчур активные вещества, если положить, то тогда в такому случае ну, могут многие дать аллергии даже. Угу. От ми сьогодні, да, взяли їх з собою, я взяла свої, ви взяли свої, ось, ось такі, так вони виглядають, але я знаю, що їх використовують не лише під очі, правильно? Так. Я знаю, що якось і сюди це ефективно, чи варто все ж таки під очі їх наносити? Патчі, неважно, куди можна наносити, їх можна наносити на носогубні складки, на лоб, на міжбровку, і таким образом ми будемо увлажняти, питати, там, разглаживать мимическую морщину. Вот я, к примеру, принесла вид, есть тканевых патчей, uh-huh, а у вас и у меня это гелевые патчи. На данный золото. Момент у меня с золотом, то есть uh-huh, коллоидное золото. Что они... такое коллоидное золото? Потому что я дуже багато читаешь и на масках для обличчя золото. И знаете, мы так на це якось реагуємо, що зараз золотом намастимося. Про яке золото взагалі йде мова? Яке воно? Ну, то, которое в составе, оно, к сожалению, не дает, это не то золото, про которое мы думаем, угу, но дает хороший омолаживающий эффект, упругость дает коже, вместе с коллоидным золотом там в составе также есть и коллаген, поэтому еще более упругая кожа, угу, становится, разглаживаются морщины, хороший эффект дает, просто питает, увлажняет кожу. Тобто какие проблемы вы решите? Трішечки зморшки прибирает, темні кола под очима, что еще? Какие еще проблемы? Увлажняет кожу, так, питает, успокаивает, разглаживает, опять-таки, эти и мимические морщины, и те, которые даже уже у нас есть, заломы формируются. То есть может восстановить, сделать mm-hmm, красивую кожу. Делает кожу более красивой, блестящей, скажем так, отдохнувшей, даже если у нас там ночи невыспанные. Но в основном розглажує морщини, увлажняє. Це самий-самий-самий головний ефект. Як правильно їх підібрати? Тому що цінова політика різноманітна. Можна придбати за 35 гривень, а можна і за 350. Як правильно вибирати патчі? Ну, є, звісно, патчі для професіонального применення, є патчі для більш, скажімо так, повсякденного uh-huh, уходу. Чим вони відрізняються? Саме головне. Ті, які патчі для профессионального применения, они более активны. И уже на усмотрение косметолога, что нужно непосредственно под глаза положить и какой эффект нужно достичь. Те, которые для ежедневного пользования, которые продаются в магазине, они, конечно же, содержат те же активные вещества, но в меньшем количестве, потому что, опять-таки, люди могут быть аллергиками и не зная на то, что аллергия, и положить себе это активное вещество и сделать совсем обратный эффект. И, к сожалению, на сегодняшний день многие, не советуясь, делают это так, и не всегда есть желаемый эффект. Для того, чтобы не было аллергии, мы можем тот же патч, который мы взяли, положить на внутреннюю поверхность предплечья и увидеть, хотя бы подержать 5-10 минут. И мы увидим, что есть какая-то аллергия или же нету ее. Як правильно ними користуватися? Чи потрібно очищувати шкіру? Як її готувати? І як потім наносити, на який термін? Тому що дехто для того, щоб було якнайкраще, на ніч поклали і там сплять собі. Це потрібно так робити?
робити чи ні? Чи це неефективно? Ну, от смотрите, є ткачі гелевые, є тканеві. Тканевые, конечно, используются уже реже, но все равно еще используются. Если же мы положим на ночь тканевую повязочку, вот эту, то тогда в таком случае будет эффект высыхания. То есть высохнет, и нам никакого эффекта, скажем так, не будет отягощающего. Если же мы гелевые положим на ночь, то мы утром встанем с отеком, к сожалению. Поэтому на ночь нежелательно вообще их ложить, и патчи правильно использовать по назначению, в зависимости, что мы от этого хотим. Мы хотим омолодиться, увлажнить кожу, снять отеки, темные круги под глазами, или же, ну, это экспресс-уход, скажем так, для того, чтобы срочно быть красивой. Поэтому патчи нужно ложить на очищенную кожу. Перед мы качественно очищаем кожу, потом накладываем патчи и держим буквально 15-20 минут. Более, ну, не нужно. Дело в том, что в основу гелевого патча входит силикон. Поэтому может быть обратный эффект. Он и напитает, и увлажнит кожу. И таким образом, потом, если мы подержим больше, чем полчаса, вытянет это все обратно. То есть впитает. Поэтому нежелательно. Вот есть использование и на... Там, в инструкции всегда пишется, что нужно использовать там, 15-20 минут, возможно, даже 30, ну, не более того. А все-таки для першого разу, хто хоче перший раз їх випробувати, ваші поради, яким варто скористуватися? Опять-таки по показаниям. Что мы хотим? По показаниям. У кого темные круги под глазами, конечно же, лучше выбирать патчи, которые с алоэ идут, которые увлажняющие, которые... напитают кожу нужной влагой и витаминами, пептидами, аминокислотами. Но нужно в любом случае советоваться обязательно с косметологом, хотя бы просто понять, какой тип кожи и что именно необходимо. Для этого не нужно там делать каких-то там процедур чересчур. Ну, просто обязательно проконсультируйтесь, потому что вы можете себе сделать вред. Чоловікам можна користуватися? Конечно. Можна, так? Конечно, всім можна. Вони ж не зроблені тільки для жінок. Обов'язково чоловікам теж можна. Чоловіки, які за собою ухажують, пару хвилин і вже красавець. Ух ти, от чоловікам потрібно патчі під око і вже краса. І ще одне питання. Скептики кажуть, що краще вдома народними методами той же самий алоє там намастити під очі або кубики льоду. Спростуйте або прокоментуйте це, будь ласка. Це все ж таки нас вже готове, взяли, відкрили, наклали і ти гарний. Безусловно, это так и есть. На самом деле можно сделать и отвар, и заморозить его, и потом кубиками льда пройтись. Конечно, это тоже дает хороший эффект, красивый вид лица. Но и патчи есть, они более удобные в использовании. Они просто удобные в использовании, ничего не требуется. Очистить кожу, открыть и положить. Гелевые очень плотно прилегают, создают компрессию, и таким образом дают дренажный эффект. Поэтому лучше, наверное, для того... У тех людей, у которых есть отеки, лучше будет, чтобы наложить патчи. Таким образом, сделаем хороший цвет лица, и не нужно будет тратить много времени с кубиком льда, протирать лицо, и таким образом, ну, в общем, мы потратим много времени для этого. Я вам щиро дякую, тож, якщо ви ще не користувалися патчами, можете сміливо це робити, адже шкоди від них немає, якщо лише буде алергія, але перед цим потрібно це перевірити. Отож, дякую вам, Анастасія Кіндер, косметолог, була у нас.